Приветствую вас, мои маленькие любители животных! Этой зимой у Дедушки Мороза довольно интересная история для вас. Мои верные помощники-эльфы решили взять отпуск на этот год. Однако, без подарков я оставить вас не могу. Я перебрал множество вариантов, пока искал тех, кто мог бы мне помочь в этом году. И в итоге снежные тропы привели меня в пэт-шоп. Тут я и познакомился с целой командой милейших такс, которые с радостью согласились помочь мне с раздачей подарков. У каждой из этих собачек есть по-настоящему волшебный сюрприз для вас. Давайте же спросим их, почему они так любят Новый год и какие подарки они для вас подготовили. Почему вы любите Новый год? О, это очень простой вопрос. Конечно же, в первую очередь Новый год я люблю за огромное разнообразие великолепной еды, от которой просто ломится весь дом. И как вы понимаете, хозяева в этот день всегда в очень хорошем настроении. Поэтому мне часто перепадают разнообразные вкусняшки. И мне хочется поделиться вкусняшками с вами. Точнее, с вашими любимцами. Поэтому мой подарок для вас – это целая корзина лакомств для собак. Вам нравится снег? Ты про эту белую холодную штуку, которая падает с неба? Да я просто обожаю ее. Прыгнуть с разбега в эту пушистую кучу, поваляться в ней, а после всего этого веселья забежать в дом и отведать любимой еды. Обожаю Новый год. Столько вкусностей. Поэтому я хочу подарить вам набор еды для собак Barking Heads. А как же фейерверки? Не боитесь их? Интересный вопрос. Вообще, таксы очень храбрые. Поэтому я с легкостью переношу все эти громыхания в новогоднюю ночь. Но ровно в 12 предпочитаю сидеть дома в тепле и уюте. И чтобы ваш любимец тоже всегда чувствовал себя уютно и безопасно, я дарю этот чудесный домик. А что насчет новогодней елки? Это вы удачно спросили. Новогодняя елка является моим главным штабом на все праздники. Спать я предпочитаю только под ней. Еще там порой появляются подарки. Иногда даже для меня. Поэтому я дарю вам набор игрушек, чтобы вы как можно дольше играли со своими питомцами, и ваша дружба крепла. А какое у вас самое любимое блюдо на Новый год? Ну, конечно же, это великолепный салатик оливье для собак. Не так давно я увидел этот рецепт на Pet Shop Blog и сразу же показал хозяйке. Вы можете приготовить тоже. Ищите рецепт по ссылке в описании. Или можно поступить проще. Подарок, который я подготовил, это целый набор вкуснейших кормов для котят Meowing Heads. А какой подарок хотели бы лично вы? Главный подарок для меня – это, конечно же, внимание моего хозяина. Ну, если честно, я был бы совсем не против, если бы хозяин привел меня в пэт-шоп и разрешил брать все, что угодно. Поэтому я дарю подарочную карту на покупки в пэт-шоп. Расскажите им о своем самом лучшем Новом годе. Конечно. В том году у меня появился новый лучший друг. Его зовут Том, и он самый воспитанный и клевый кот на свете. Теперь мы всячески помогаем друг другу добывать вкусняшки, а также играем целыми днями. Поэтому подарок, который я разыграю для вас, это целый бокс для котят, в котором огромное количество разнообразных полезных штук для ваших мурчащих любимцев. Сколько замечательных подарков подготовили для вас мои новые помощники. Чтобы заполучить один из них, тебе нужно всего лишь подписаться на YouTube-канал Pet Shop Blog, сделать репост этого видео на свою страницу ВКонтакте, а в комментариях к этому видео дать ссылку на свой репост и написать пару слов о вашем любимце. Кто он и почему любит Новый год? Победителей конкурса мы объявим в нашей группе ВКонтакте 15 января. Я желаю вам всем огромной удачи и надеюсь, что это видео и наши подарки зарядят вас новогодним настроением. Любите своих питомцев. Пока-пока!